Запчасти для автомобилей в наличии и под заказ. Магазин запчастей для иномарок на Янаульской 1А. Бутик номер 4. Работа по реконструкции теплотрассы идет, не выбиваясь из графика и даже немного его опережая. 20-дневный срок, на который прекратили движение по проспекту Юбилейный, уже завершается. В среду на этом участке восстановили дорожное полотно. И, как нам сказали в БашРТС, в пятницу, 23 июня, трафик на столь загруженном перекрестке вернется в рабочий ритм. Напомним, временные неудобства были связаны с проводимой масштабной реконструкцией сети тепломагистрали, дабы повысить надежность ее работы.